Всем привет, братишки и сестренки! Сегодня в видео расскажу, сделая такой коротенький анонс нашего марафона. Марафон для нашей команды, с которой мы зарабатываем в проекте «Форсаж». Первые результаты, в принципе, за несколько дней, ну это даже, я, по-моему, даже недели не прошло, дней 5-6. Вот, на экранах ты видишь. Проект очень понравился, и плюс мы тестируем одну методику, одну стратегию. Взяли мы основу у одного человека, который на ней заработал, я не помню, по-моему, уже на данный момент, когда мы с ним познакомились, там 70 тысяч, сейчас уже там, по-моему, 80 чем-то тысяч долларов заработал человек. Мы ее опробовали на своей команде, на своих лидерах, все довольны, чтобы не быть голословным, смотри, дружище, задача была за несколько дней заработать, ну, зарплату хотя бы такую же, которую они получали там в офлайне на своей работе. Смотрим результаты. Вот, всего 9 личников. Ну, тут несколько кукушек затесались. Они тут ничего не зарабатывают. Но в любом случае смотрим на результаты. Те, которые сразу зашли первыми, вот заработки. 108, 37, 35, 79, 43, 46. Это уже кукушки, наверное, пошли там, потому что те, которые хотят на переливы, тут начинается сейчас массовый психоз. Люди видят, что результаты у нашей команды довольно-таки хорошие по сравнению с теми, ну, кто там даже заходил в этот форсаж раньше, не могли нормально заработать. Сейчас люди видят скриншоты. Начинают по нашему ID, по нашей ссылке заходить в проект, пытаться там какие-то переливы поймать. Ну, я их, в принципе, не осуждаю, но я советую всем людям, кто хочет зарабатывать, кто еще не в нашей команде, заходите в нашу команду. Внизу будет ссылка на чат. Чат, рабочий чат. Как только вы там активируетесь, мы вас добавляем в рабочий чат. И дальше будет уже ссылка на именно на чат, ну, данного марафона, который мы будем проводить, обучение новичков. Цель обучения — поделиться нашим опытом, нашими секретами, фишками о том, как строить быстро команду, как получать результаты, как с минимальными там даже навыками выстроить хорошую команду и с минимальным количеством людей начать зарабатывать нормальные деньги. Цель у нас такая, чтобы все члены нашей команды зарабатывали не меньше, а даже больше, чем там на своей официальной работе. И делали это быстро, сидя дома, ни начальников, никого нет. Все происходит буквально там на твоем компьютере или на телефоне, без разницы. На телефоне ты желаешь зарабатывать или на компьютере, нужен интернет и любой гаджет, который там может заходить в интернет. Итак, друзья, что еще? Если, опять же, если ты новичок, советую подписаться на мой телеграм-канал здесь. Выкладываются именно все скриншоты заработка. Это, ну, вся команда выкладывает сюда скриншоты. Здесь есть фото трахающихся улиток. Ну, это, наверное, не самое главное. Ну, во всяком случае, ты можешь это тоже здесь найти. Дружище, я думаю, для юных натуралистов это будет очень важно. Здесь есть там, опять же, мотивация. Для чего мы делаем, для чего мы выкладываем эти скриншоты, для чего мы выкладываем именно эти материалы, которые публикуются в нашем канале и в наших чатах. Для того, чтобы ты, дружище, понял, первое, во-первых, что в интернете можно зарабатывать деньги больше даже, чем там на твоей работе. Второе, то, что ты не обязан на кого-то там быть рабом, там ходить на работу, работать под каким-то присмотром начальства. У тебя есть шанс зарабатывать, сидя дома, и развиваться и чувствовать себя человеком. И плюс, ну, не ограничивать себя материально никаких своих целях. Вот задача нашего клуба, который мы анонсировали в предыдущих видео. Мы собираем людей и делимся своим опытом, своими возможностями, предыдущим опытом, который позволяет нам зарабатывать. И мы хотим, чтобы то же самое делали все члены нашей команды. Итак, друзья, что будем делать на марафоне? На марафоне будут простые задания, которые будут помогать вам, учить вас выстраивать свою команду, с которой вы будете зарабатывать в проекте «Форсаж». Почему «Форсаж»? Потому что, ну, я думаю, всех уже достали эти скамные проекты, где админы просто забирают деньги и скрываются, или кормят там сказками, рассказывают, что скоро там будут деньги, но никто никому ничего не выплачивает.
Здесь скам вообще в принципе невозможен, потому что проект основан на смарт-контракте. И здесь платежи все происходят, сразу приходят тебе на кошелек. Команда твоя, ну, цель данного проекта — построить команду в интернете, и все платежи, ну, среди команды, они приходят 100%. Здесь никуда не уходят ни на какие там админские там, какие-то там, я не знаю, там, ну, сказки больше всего не рассказывают, что они какую-то рекламу делают, какие-то там развивают проект, но в основном в большинстве проектов они просто забирают себе деньги, а нам выплачивают там какие-то копейки, проценты. Здесь все 100% идут в сеть, никаких админских нету. И никогда проект не соскамится, потому что он сделан на смарт-контракте, все платежи сразу тебе на кошелек приходят. Не будем на этом останавливаться. Давайте сразу же перейдем к марафону, к первому заданию. Первое задание будет, ну, простое такое, это будет вводное задание. Рассказываю суть марафона. Для того, чтобы построить команду, вам нужны, естественно, инструменты. Опять же, где проще всего найти тех же претендентов в вашу команду? Я думаю, всем понятно, что это соцсети. Для того, чтобы находить соцсети и строить, и чтобы даже не столько вы находили, а к вам сами просились там в вашу команду, вам нужно, естественно, это такое первое задание. Сразу внимательно слушаем, друзья, и выполняем его. Вам нужно сделать свою нормальную человеческую там страничку в соцсетях. Неважно, это ВКонтакте, в Фейсбуке. Чем больше там, естественно, у вас будет страничек, ну, соцсетей точнее, тем больше у вас будет вероятность, опять же, там, и более быстрее ты построишь свою там сеть. Поэтому, дружище, первым делом, ну, вы знаете, что есть там, почему... По каким критериям, давай посмотрим, люди оценивают страничку. И вообще там возникает желание у людей подписываться там или вступать в его команду, работать вместе, зарабатывать деньги. Люди определяют, во-первых, ну, когда заходят на страничку данного человека, как сюда будут люди попадать. Мы расскажем это все и научим в марафоне нашем, чтобы к вам сами приходили люди и просились в вашу команду. Но первым делом оформляем страничку. Заходит человек, он видит, естественно, там вашу аватарку, там какие у вас посты. Советую, во-первых, поставить нормальную фотографию. Ну, не надо здесь каких-то покемонов, не нужно там каких-то там, я не знаю, там каких-то сказочных персонажей сюда ставить. Если вы человек, если вы решили строить свою команду, ставьте свою фотографию и нормально оформите страницу свою в соцсети. Так, следующее по важности, дружище, это, естественно, контент, который, ну, какие-то посты, видео, фото, что у тебя на странице. Потому что, ну, человек заходит, естественно, он смотрит, интересуется тем, что у тебя на странице. Если у тебя тут будут какие-то мемчанские, какие-нибудь фото, там, каких-нибудь девиц легкого поведения или каких-нибудь еще, там, я не знаю, каких-нибудь телепузиков, ну, естественно, это как бы человека, ну, вряд ли... даст тебе больше шансов на то, чтобы там человек зашел в твою команду и он понял, что ты реально человек, который может помочь. Который сам, во-первых, зарабатывает нормальные деньги, ну и сможет ему дать возможность заработать деньги. Естественно, как ты понял, основной контент — это должны быть скриншоты, сколько ты заработал, сколько команда заработала, потому что, ну, те, кто уже с нами зарабатывают, у них, естественно, есть что постить. Если ты только зашел и новичок, кроме своих, можешь показывать, ну, как бы, командные результаты. Это тоже, тут здесь ничего страшного нет, просто человек должен видеть, сколько можно заработать в данном проекте. И плюс, опять же, командную работу. Весь упор в том, что человек, заходя в нашу команду, получает не просто там какую-то ссылку, как большинство там рифоводов, не рифоводов, как сейчас модно это называть. Дают просто ссылку и дают какие-нибудь там, я не знаю, там обещания, которые там, что вот заходи, обещания особенно переливов, что будут те переливы. Друзья, не ведитесь на это все. Естественно, здесь важно в любой команде, во-первых, командная работа, во-вторых, это, ну, результаты тех людей, которые зашли в проект и заработали за несколько дней. Это же нужно и постить в своих страницах. Поэтому, друзья, первое задание такое вводное — сделать человеческую себе страничку в соцсети, в любой,
Желательно, чтобы их не было, ну, чтобы их было хотя бы там 2-3, там, ВКонтакте, не знаю, Инстаграм, что вам нравится, там, Фейсбук. И выложить туда результаты вашей команды и просто написать какой-нибудь пост, который, ну, те, кто работает уже в данном проекте, те уже могут несколько слов своих, ну, написать о пользе и фишках данного проекта. Хотя бы то, что данный проект, он на смарт-контракте и не будет там каких-нибудь кидняков, которые, ну, уже просто достали большинство, там, большинство людей, которые сейчас там пытаются зарабатывать в каких-то там проектах. Это просто во время кризиса обострилось, наверное, какие-то там админы просто скамят эти проекты и уходят с деньгами. Здесь такое невозможно в данном проекте, поэтому мы его выбрали. И плюс, опять же, командная стратегия, которая позволяет сразу зарабатывать хорошие деньги. По сути, делать ту же зарплату, о которой мы все время и говорим. И цель нашего марафона, чтобы люди начали получать зарплату именно в интернете, сидя дома, работая в нашей команде, развиваясь и имея деньги и время на свою семью и вообще там на своих любимых людей, чтобы там в идеале, да, даже там, я не знаю, захотите, когда закончится там этот кризис, я надеюсь, он вообще когда-нибудь закончится, этот карантин, чтобы мы могли там всей командой куда-нибудь поехать, там куда-нибудь на море, нормальное там, какой-нибудь там теплой стране, где там постоянное лето, просто собраться всей командой, может там даже и остаться там, как многие там говорят, на зимовку приезжают в Таиланд и остаются там дальше уже жить. В общем, друзья, рассказал, я не буду затягивать видео, постарался все основные моменты рассказать, все ссылки на чат и на канал, и все будет под видео. Заходите в наш чат, кто еще не зарегистрировался в данном проекте, кто еще не в нашей команде, изучайте там все материалы, все результаты, все смотрите, здесь все движение, опять же, любой админ, здесь их уже, я не знаю, сколько наших наставников, которые мы подготовили, которые имеют уже опыт, которые имели опыт, которые лидеры, которые... Ну, вы попадете в нормальные руки, которые и в нормальную обстановку, которые позволят даже новичку начать зарабатывать в интернете. Если, естественно, ты активный и у тебя есть цели, у тебя есть мотивация, тебе надоело там сидеть дома или там ждать, когда там все это закончится и вернуться в этот найм, в эту работу, в это рабство такое добровольное. В общем, друзья, все свободные люди, те, которые и хотят и развиваться, и нормально зарабатывать, добро пожаловать в наш клуб. Заходите по ссылкам в наш чат и здесь пишите любому админу, я хочу участвовать, и вам помогут. Так, рассказал, по-моему, все, что хотел, друзья. Кому понравилось данное видео, кто с нашей команды, поддержите лайками, комментариями. Напишите там, задавайте новички вопросы под видео, если есть. И на этом все, друзья. До новых встреч!